Это первый собранный такой уникальный дракон. Наши уникальные маски фар. Абсолютно новые дневные ходовые огни. Кстати, сзади есть тоже кое-что, что мне нужно вам показать. Конечно, этот зверь говорит сам за себя. Оставить своего любимого питомца еще и прокачать. Также не забывайте ставить палец вверх, подписываться на наш канал. Да, в Белоруссии теперь появится дракон. До этого он больше покорял регионы России. Это первый собранный такой уникальный дракон, и я вам сейчас все подробно покажу. На первый взгляд это тот же дракон, но у этого установлены 22-е двухсоставные диски от наших партнеров Grand Dreams. У него наши уникальные маски фар. И что немаловажно, мы в этот раз установили абсолютно новые дневные ходовые огни. Так выглядят новые дневные ходовые огни. До этого это были точечные диоды. Теперь они светят сплошным светом, и они ярче, наверное, раза в три. И, конечно, наши маски фар – это уникальные маски, разработанные нашим сотрудником. У них также есть динамический поворотник, который я вам покажу немного позже. Из комплексных услуг мы также сделали химчистку салона, полировку кузова. Дополнением была шумоизоляция полноценная. Это передние и задние двери, крыша, это пол, передние подкрылки и задний багажник. Кстати, сзади есть тоже кое-что, что мне нужно вам показать. На первый взгляд, кто не знаком с этим кузовом, все практически так же. Ну, конечно, установлен наш рестайлинг Infinity Draco, но именно на этот кузов мы установили новую хрустальную оптику. В заводском решении она красного цвета, именно здесь темный хром. И также установлен новый стоп-сигнал. Конечно, этот зверь говорит сам за себя, но все же это кардинальное преображение. Я коротко вам рассказал, что мы проделали с автомобилем. Тот, кто знает этот кузов, знает прекрасно, как он выглядит. Нетрудно понять разницу до и после. Это полноценно конкурентный внешний автомобиль. Для кого-то это залог качества. Есть люди, которые привыкли к этому кузову и нет желания менять на что-то новое. И именно Infinity Draco – это конкретное кардинальное решение оставить своего любимого питомца, еще и прокачать его. Если хотите, чтобы мы сняли более подробно об этом рестайлинге, непосредственно о каждом новом элементе, напишите в комментариях. Также не забывайте ставить палец вверх, подписываться на наш канал, и мы будем снимать для вас одни из самых интересных роликов.